Для завершения похода спортсмен выделяет 50 килограмм. Усмотреть на шагу 50 килограмм. Thank you.
Следующий. Для второго похода спортсмен заявляет 72 килограмма. Вес штанги 72 килограмма. Вопрос приглашается участница по номеру 2 Алая Владимировна.
Справляйте интересы спортсмена, устанавливает новые рекорды Москвы.
Я считаю, что 92 килограмма. Попробуйте приглашать участие. Это номер 8. Все, пробуем. Готовимся номер 12. Попробуем. Thank you.
Мешкам тоже вопрос приглашается участник по номер 8 2 года. Готовится номер 4 глава 2 года. Подъем неудачный.
Thank you.
для заключительного подхода спортсмен заявляет 112 кг. Вес шланга 110 кг. Пропуск приглашается участник сборной России для объявления. Спортсмен, который закончил с результатом 118 кг, набирает в сумме 2 года 200 кг.
Адама. У сотни сот, звешенного из-за 21 килограмма, вопрос приглашается участница номер 15 и вступника надлежа. Результат 40.
Серебро завоевал Исмаил и его друзья с результатом 71 балл. Результат 87 балл.
Весовой категории до 50
Thank you.
Уважаемые спортсмены, уважаемые зрители, любители Золотинске, я вас поздравляю с праздником Золотинске, который является нашим соревнованием. Но не напомню, что у нас случилось ужасное событие. 30 марта ушла из жизни после продолжительной тяжелой болезни судья Всероссийской международной категории девушка.